С 5 октября начнет работу медицинская комиссия, которая будет проверять состояние здоровья призывников. На сборном пункте в Пытьяхе пройдет день открытых дверей для будущих бойцов и их родителей. А муниципалитеты присоединятся к акции «День призывника». С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Центра военно-патриотического воспитания в разделе «Призывная кампания». Также во время ее работы будет действовать горячая линия.